А? Дружок прилег на деревянный пол, лежит. Корейская косметика. Рядом крымская косметика. Слушай, и не верится, что скоро будет написано 2024. Как время быстро летит, да, с возрастом. Ужасно. 59, слушай, число, для меня это что-то вообще как-то вообще не укладывается в голове, что мне 59 будет. Мне становится страшно. Тебе тоже столько же, да? Сколько? 59 будет тебе? Да, ну мы с одного года. Да. Темное время началось, сейчас начнет GoPro 12 у меня глючить. Ну, не глючить, а в смысле рябить будет. Никуда, ни шагу, знаешь. Ялта засветилась. Все здесь? Вечерний Ялта, красава. Что говорить? Живу в сказке. Небушка потемнело. Ты вот в этих кафе хоть раз кушал? Я их просто терпеть не могу. Я тоже, но я уже не куплю. Мне ж нельзя. Красиво, да? Кусочек ботанического сада без воды. Устал, Рыжик? Устал? Сейчас пойдем. Вот они, выехали. На самокатах стучат. Красиво. Песенка хорошая звучит. Тра-ля-ля. Когда психоз, невроз, включайте детские песни, все нормально будет. Тра-ля-ля. Отражение в море. Красиво вообще. О! Включу сейчас этот тайлапс. Вот, через 5 минут заснял, уже еще темнее стало, да? Красиво. Красиво, Рыжик? Очень красиво, скажи.
Релакс на ночь. Детские песни — это релакс на ночь. Пузырьки такие. Выпей так, лучший друг, лучше делом займись. Всегда дел полно вокруг. Голос такой. Даже рыбку из пруда не достанешь. Сегодня собак мало встретил, кости таскаю с собой. Ох, рыжик, смотрите. Сказки, рыжик, сказки. Рыжа. Рыжа масолик вкидывает. Время без 10:06. Как мало же еще время-то. Времени-то как мало еще. Красиво там у них. Людей достаточно гуляет, сейчас еще больше будет после 8 вечера. Я и забыл про борщ, но они вообще до 8 работают. Пойду я за борщом в Озон. Пошли, Джанка, за борщом. Вечером так красиво. Беленькое здание со столовыми. Макет забацали коленками назад, я в шоке. Надо же. Че, красный цвет в моде? Красный и желтый, да? Вот желтый воротник. Чертила показала моду и сам воду. Да, вот тоже красные курточки. Но у нас предостаточно красного с рыжиком. Мы по моде ходим. Кроссовки. Кроссовки. Что еще? Да все у нас красно. Детские вещи тоже красные. А может рыжику комбез купить? Комбез морячка. Тельник такой. Комбез тельник. Смотрелся бы рыжик вообще на 100%. Ему и так жарко в комбезе, он вообще бы.
Вот, смотрите, белые зданица. Красивые. Ночью все девушки красивые. Ну, нагулялись мы сегодня с Рыжиком. Пятнадцать так и показывает. Апартамены Марина. Здесь билет продают, нифига себе. А что если туда зайти? Да, продают билеты. Деньги лежат ровно на полке под номером. А там Мефодька. Сворачиваем, Рыжик. Нам сюда. Рыжик. Не хочет уходить Рыжик с набережной. Да я сам не хочу, но... Ну, что тут слоняться? Вот несется, смотрите. Удивительно, почему Рыжик за ним не побежал. Он их просто ненавидит. Рыжик, что ты там ищешь? Ночной город, красава. Красавец.
жаль только вот балкон вот этот не светится. Так он красиво сделан. Ни раз не заходил в этот магазин. Да что, в принципе, туда заходить? Я же все в интернете заказываю. Улица Чехова. Спа-салон здесь есть. Гостиница Palace. Palace. Красиво сделали. Ницца. Отель Ницца. Котенок сидит. Приятно смотреть на такие зданица. Симпотно, чистенько, аккуратненько, плиточка, все дела. Из камня плитка. Ну да ладненько. Борщ. Это динамики ноутбуку. Так. Так удобно брать вот это все. Пришел кот, им сказал, и все. Посережки. И все. Ни больше ни за что не платишь. Улица Кирова. Рыжик, пошли. Ты что встал там? Рыжик. Здесь мы сходим на остановке. Нам на ту сторону идти. Всем спасибо за помощь, люди. Всем спокойной ночи.